Единственный выход – ежегодно проходить бесплатную вакцинацию в рамках государственного календаря прививок. Вакцина уже поступила в городскую поликлиническую больницу. Первые пациенты прививку от гриппа уже сделали. Действительно, вакцинация нужна. Сама лично привилась. Говорят, там то, что плохо становится там от этого. Нет, ни в коем случае. Вакцина сейчас хорошая поступила, переносится хорошо. Никакой не аллергической реакции вот из наших работников ни у кого не было. Нельзя путать грипп с парагриппом, с респираторно-синцициальным вирусом. Существует очень много респираторных инфекций. Порядка, ну вот инфекционисты лучше знают, но, по-моему, порядка 70 этих разных вирусов. Грипп является самым агрессивным, от которого развиваются и гриппозные пневмонии, которые очень часто приводят к летальному исходу. Мы просто не способны иногда спасти человека, потому что такое молниеносное течение. Сделать прививку от гриппа можно абсолютно бесплатно. Достаточно обратиться в поликлинику.